До пункта назначения так и не добрались. Так называемые приднестровские пограничники не пропустили на территорию региона автобус представителей Альянса за объединение румын, которые ехали в Рыбницу для проведения предвыборной кампании. Их остановили на мосту через Днестр, преградив машине путь металлической цепью с шипами. Произошел инцидент в понедельник. После более чем часа ожидания автобус вернулся в Кишинев. АУР осуждает незаконные действия Тирасполя и призывает правительство, парламент и администрацию президента принять соответствующие меры. Тем не менее, представители АУР не упали духом. После инцидента партия связалась с международными наблюдателями, ответственными за выборы, и сообщила им о случившемся. Они также потребовали немедленных действий со стороны властей. Недавно Альянс за объединение румын заявил, что их запугивают. Автобус унионистов забросали камнями, а в Аргееве водителя оштрафовали за парковку в неположенном месте.